Сдвинусь, когда проснулся, снова работаю. Это крыло. Так, а мне повезло, что от него ехали. Что как бы дежурная машина ехала. Ну да, парни сами. Я так понимаю, у вас по городу меньше всех. Ну, возможно, дороже. Сказала. Машина. Сказали, что это машина такая. Дома сейчас мы следует все подготовить, вас вызовут. Со мной в телеграме связались первый руководитель бывший, потом следователь. Сказали, что с моими данными банковскими воспользовались, что якобы я переводила какому-то там террористу деньги. Сотрудница вела меня по всем банкам, чтобы я, как это сказать, выполняли ее руководство. Чтобы я сама оформила кредит, якобы чтобы они не воспользовались, ну, моими счетами, что ли, ну как-то. Вот, в одном банке миллион, плюс еще страховка, в другом банке 700 с чем-то там тоже со страховкой. Вот эти две суммы я отправила. Оказалось, что это недостаточно. Мой, как они сказали, кредитный потенциал больше, поэтому мне надо его еще перекрыть. И потребовалась еще какая-то сумма, но у меня ее не было. Они у меня уже, мои личные спрашивали, просили либо занять, либо снова где-то, ну да, занять. Надо, ну, как... Поучаствовать в оперативно-розыскных мероприятиях. Да, поучаствовать в следственных этих мероприятиях. Вплоть до самого момента они мне не говорили, что именно делать, пока я не доехала куда надо. Ну, они мне адрес дали. По пути, правда, сказали купить канистру, залить ее бензином. И вот когда уже я подошла к тому дому, к этому адресу, они мне сказали, вот конкретно вот эту машину мне надо поджечь. Я протестовала, но они сказали, так надо, это на благо страны, что я сейчас, ну, как бы... Помогаете разоблачить мошенников? Да, ну, они мне так объяснили, что они, ну, вот этот хозяин этой машины выскочит, ну, увидит пожар, выскочит, и его тут же... Они мне объяснили, что сотрудники ФСБ присутствуют, ну, на территории. И его задержат сразу? Да, они мне сказали, что они прям тут же его задержат. Тут же мне снова говорили адрес, и снова ехать надо было. После второго или третьего раза я уже прям практически истерила и сказала, что уже не могу, уже это неправильно. Давайте, ну, по-другому как-то решим этот вопрос. На тот момент уже ФСБшник со мной связался и сказал, что это правильно, это надо, это... Давайте завершим, работайте. Её подожгло. Мне ещё нужно. Это уже не знаю, сколько времени было. Я говорю, я уже всё, я не могу.
Они мне сказали, ну, хорошо, уезжайте домой, а завтра продолжим. То есть это даже не заканчивалось. Сколько в итоге вы по указанию установленных лиц подожгли автомобили на территории Санкт-Петербурга? 5 адресов, 5 машин.